Юные макиевчане познакомятся с Югрой. В округ на оздоровление приедут 200 детей из Донбасса. Первая смена начнется уже на следующей неделе. Макиевчане будут отдыхать в многопрофильном реабилитационном центре, а также в разных оздоровительных лагерях округа. Они пройдут полную реабилитацию, получат как медицинскую, так и психологическую помощь. Вторая смена для детей из Донбасса начнется уже в начале августа. Напомню, отдых школьников организовали благодаря соглашению о сотрудничестве между Югрой и Макеевкой. В прошлом году оздоровление в лагерях Югры прошли 200 детей из Донбасса. Мы постараемся им показать югорскую кухню, югорскую природу, югорские традиции, для того, чтобы они прониклись нашим регионом и знали, что в центре России есть такая замечательная Югра.